Так, здорово, народ, это Альвинос, это Tisco Medieval RPG. Прошлый раз, а что мы делали в прошлый раз, я не очень помню, честно говоря. Ай, мы же этих убивали. Вот, нам надо было посетить, этот раз я планировал посетить вот этого чувака и вот Океан Монумент. Чтобы долго не тянуть резину, я уже за кадром ее, а вот она. Вот, Ocean Monument тут набрал. Океан Монумент, вот он. И как видите, дистанции тут 4,5 тысяч, поэтому я даже не знаю, где его там искать, но в общем я его туда тпшнулся. Так, давай мне землю. 4 тысячи. Это фиг знает где, короче. Где-то я там оказался, вот. И нам надо остальное убить вот этого вот, Sly and the Guardian. Поэтому я думаю, нам надо было бы неплохо взять с собой броню, какая-нибудь водяная. По идее, вот эта водяная вот броня. Я так думаю. Reclipto Equip. Что она дает, я не помню. Армана босс, protection, full set, attack, you are poisoned, health, ability, taking. Ну, я не знаю, она мне подойдет, не подойдет, но оденем. Вот, наверное, надо было бы взять какие-нибудь зелишки. Так, зелья. Водного дыхания, наверное, я так думаю. Mana regeneration, stable какие-то. Эти, наверное, должны быть potion. Так, night vision. А, у меня он постоянно не надо. Так, night vision мне не надо. Strange. Ну, давайте возьмем regeneration. Ну, регенерация там. И водное дыхание. Poison нет. Slowness, instant, poison. So speed, jambost, instant health, slowness. Так, а у меня что, водного дыхания нету? Нехорошо. Water, матер, там всякое. Так, water breathing. И water breathing, вот это, по-моему. Так, рецепт. Potion of water breathing. 8 минут. 8 минут. Рецепт, да, вот это. И нам надо aqua potion. Блин. Potion. Нам надо Aqua Potion. Этот Aqua Potion есть. Aqua Potion. Надо 3 штуки. Потом на него надо пуф. 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 Пуфиш и Redstone. Так, я прошу Red Stone. Bugs Game. Так, вот тут это все делается. Так, это сюда скидываем, это сюда. И по идее его можно сделать с чармом. Ну да, у нас 3, и это было бы неплохо, наверное, зачармить. В принципе, недорого стоит. Так, ты сегодня сделаешь или что? Вот, и вот это. Ну, тройной мне как-то, наверное, не очень нужен. То есть, а вот, пошло дело. Так, давай. Ну. Так, вот у нас еще какой-то есть charm. Water Breathing 15 минут.
А, можем 15 сделать. Это мы за что-то получаем. Water brewing 15 минут. Не, нету. Можно сделать. А как он делается? Accure Enchanting Table. Accure and Enchanting... А, нам его за что-то могут, типа, дать. Но он не делается. И этот Charm of Resistance. Так, нам нужно Powder. Так, блин, пиши. Powder. 6 штук. И делаем чарм. Нет, ну перед этим, конечно, лучше было бы изучить, чтобы он у нас был, да? А теперь делаем чарм. Чарм у нас вот этот. Есть чарм, он имеет EMQ, мы его изучаем. Вот. А его как-то там надо активировать, да? Да. Активируем. Деактивируем. Так, его зачарить можно, я уж не помню. Ну, идем проверим, может, можно зачарить. Ай. Так, ты чаришься? О, чаришься. Отлично. А, книжка. Да, и чарься. В смысле? 48. А, он так не чарится, он, наверное. Наверное, под... Хотя он, по идее, должен чиниться. У меня же вот эта фигня. Нет, как она там называется, эта починка. Делаю capturing blade, chance, mantle, looting, sharpness. Blast, devour, acrobat, looting. А, мендинг, что надо. Мендинг. Есть такая книжка. Пойдем мендинг поставим на него, если это такое возможно. Усиление тут, по идее, не сработает. А? А не ставится. Юзыч, говорю. Да и... Как говорят в Литве, была не мать. Так, это не то, это не то. Так, это пока что сюда сбрасываем. Долго запрягаем, как говорится. Что сюда приперся? А, книжку в мендинг скинуть. Так, теперь берем вот это кольцо есть, йод. Вепаны где-то внизу, наверное, будет лесной. Оушен там чего-то. Океан монумент. Телепорт. Что, я зайти не могу? А я ничего сделать не могу. И что мне делать? Что такое? Glowing, strange, night vision, hasty speed. Как мне тут что-то сделать? И не я взлететь? Во. Наконец-то. Так, мне надо... Здрасте. Мордасти. Так, мне надо вход сюда найти. Подождите, это ж не стандартный данж какой-то. Дельфины, русалки. Мысли. Пошли этого. Ух, сколько ж вас. Ай, вы же меня, наверное, не видите, да? Где этот чувак? Где ваш король? О, что-то взяли. Кальмар какой-то. А как тут пройти куда-то? Что-то сделать?
смысле, у меня чарм. Победа от кальма... О, кальмары какие-то. Что это такое было? Так, а почему я этого босса не вижу? Во, притягивает что-то. Есть. Вот они, боссы, я их вижу, но я ничего сделать не могу. Так, и благодаря этому кольцу я тут могу что-то сделать. А иначе я бы, наверное, тут ни хрена не сделал. Так, где босс? Хоть один. А как мне куда-то тут прорваться? Ну, вот тут проход. А где проходы какие-нибудь? Сбить я не могу. Ладно. Иди сюда. Мысли, блин. И это не работает. Вы не офигели тут? А как тут играть, я вообще не понимаю. Вас всех прибить, что там надо. Во, проход, блин. Плыли. Ни одного этого козла убить надо и все. Во, он. Нет, не он. Опять кольцо не работает. Ох ты. Какие-то шарики выпали. Капля рыба. Опять этот леталка не работает. О, тут подняться мы. Да, и куда? Сюда. Но я их не вижу. Боссов. Давай, плыви. Иди нафиг. Дайте хоть одного босса. Мне его убить, и я от вас отстану. Капец, мир. О, опять пиум. Вот сюда можно куда-то забраться. Давай, плыви ты, блин. Тормоз. Так, боссов нету. А если найду... Так, надо кольцо опять активировать. Где боссы ваши, блин? Хоть одного дайте. О. Вот он, наверное. Нет. Ну так хоть более двигаться можно. Так, где? Опять не работает. Блин, где ваши боссы? Назад выпал, что ли? Кальмары тут. Кальмар, спасибо, помогай. Ну, блин. Большой поверхности нет. Там, блин, где эти боссы, мать вашу?
Не вижу их вообще в упор. Там, может, где-то тут. Иди нафиг. Хитро придумано, даже этот мой не помогает, колечко иногда. Блин. Да, лезь ты. Так, опять снимать, одевать. Тут этот... Нету. Блин, да где вы, боссы-то? У одного босса мне дайте. Так, опять надо. Блин, еще влезть в эту дырку, блин. О, попал. Так. Вы их боссов этих видите? Я нет. А, блин. Тут нету, блин. Где вы там боссов этих своих спрятали? Ах ты ж. Что там такое было? Да, блин, дайте. Да где его тут увидеть, этого босса? Вон тут еще какие-то проходы, наверное. И тот. Так, тут что за лабиринт? А, отсюда мы приплыли. Да блин, а они вообще тут есть? Маленьких вижу, больших не вижу вообще. Может, это за кадром мне их поискать? То тут неинтересно вам. Ладно, я, наверное, пошел за кадр, а то тут, наверное, я так чувствую, надолго. Найти этого босса. Так, это простой. Вот и где его искать тут? В лабиринтах. Ломать я ничего не могу. Она мне не дает. Опять, блин. О, ящичек хотя бы. Ничего особенного, ну возьмем. Это я, конечно, взять не могу. А, не, могу. Можем, берем. Губка как бы неплохо иметь. Так, это скидываем, скидываем, скидываем. Регенерейшн мне пока не надо. Так, это мы уже имеем. Там где-то Трайден был. О, сбивают. Да где ты есть, Бэм? Ладно, я, наверное, пошел за кадр, потому что тут, я так думаю, быстро это все не пройдет. Вот. Так, господа товарищи, я его нашел. Нечаянно, кстати. Yes.
это кто такой был? Так, наверное, опять надо убрать эту хренотень. Может, еще одно найду? То есть, убить его несложно, найти сложновато. Так. Где еще тут поискать? Ну, в общем, убили. Мы-то, по-моему... Да, задание выполнили. В принципе, можем... А, и тут же по карте можно, наверное, да? Йод. По карте не показывает. Это маленький, а большой где? Где тут? Кто тут? Что тут? Ты меня тут обижаешь, да? Это с условием, что у меня включено этот Vision там какой-то там. М. Так, не, не М, это другая игра. Это... А, этот, то есть, очень огромный. И где его искать? Эти маленькие тут везде. Большого и не видать. Но нам, в принципе, один нужен был только, да? О, пока дает, летаем. То есть, как-то можно найти. Ага. О. Ну, дальше вот такой, по мне, в Майнкрафте и должен быть. Если честно. Ну, тут они, я так чувствую, бесконечно будут спавниться. Сбить тут ничего невозможно, да? Ух ты. Эндер Гвардион Трэжбак. Ладно. Не тянем кота за хвост. Возвращаемся домой. О. Все, мы дома. Это значит скидываем. Это не надо, не надо. Компас сюдить. Так. Additional, а ты этот самый additional. О, тут additional. Апофеоз additional. Эти же МС имеют. Имеют. Вот, что они у меня там лежали. Так, штука, ты мне помогла. Возвращаем домой мою любимую броню. Это я не знаю, помогала, не помогала. Это, в смысле, это не надо, вот это надо. И вот это надо. Так, ты идешь домой, я так надеюсь, мы больше туда не вернемся. Нет, давайте красиво уже покладем. Наверное, нас еще куда-то пошлют, но я не уверен, что... Так, давайте посмотрим, что нам Гвардиан дал. И шо? И шо нам дали? Так, и что нам дали? Сюда что, ничего не попадало? Так, это фигня, это вообще не надо, этот Breaking 1, ерунда. Не надо, не надо, это не надо, этот имеет Progressive Boss. Можно сделать Trident, ой, спасибо, она мне нафиг не надо. Это значит, тут. А это что, аксессуары? А, Сексуар Бостер. Это как использовать можно. Так, это что? Маджория Сексуары. Сексуары Бостер. Инскрязы с аксессуары Дроп Чанс Бедвидиш. Короче, не знаю, что это такое. Оно мне не надо. Так, мы тут там что-то прошли. Нам... О, дали. Монетки, которые пока что нам не особенно то нужны. Так, этот берем, открываем О. Мы где-то тут делаем чего-то. Что-то. Что-то я куда-то тут вопру. Inscrasit into Jewelry Power. Power. Угу. Блин. Ну, тут, наверное, те, кто играют. А, еще один могу добавить. Иван and have effect.
Ага. О, тут что-то на лук можно. Ну, конфирм. Я в этих не очень их люблю, так что черт с ними. Так, теперь нам надо идти в ад и искать вот этот Sly Flame King. Насколько я помню, вот оно. Это есть. И... А это... Волосом демон батле битвина Этеров. Ну, подождите, вспомнил. Меня в аду вот сюда надо идти. Вот там чувак какой-то тут носит. Грась. Там вот что-то вот интересно ходило. Уже не ходит. Ах, как я по вам соскучусь. Так, что там кто-то хороший с кем-то плохим. Ненужный абсолютно моб на данный момент. Ладно, нам надо было в ад идти. Идем в ад, вспомним, что у меня там творится. Я уж... Так, это вот. Это у нас ад. Так, это я не помню, что это такое. Ага, туда. Туда куда-то типа что-то лететь, надо искать кого-то. Где? О! А тут такая прикольная пещерка. А я и не знал. А, это мы по ней по такой ходили уже. Кто-то с музыкой ходит. Тут, в принципе, ничего нового нету. Так, давайте опять этот глаз запустим. Только куда его? Во-во-во. Он вернулся или как? Не, он не возвращается. То есть туда сейчас. Ну, поэтому я, по-моему, носился. Вот. А это что, откуда тут портал? Гуарх. Мы, по-моему, в этом были или нет? Чё? Кто? Что? Вот, тут интересно, что там мармон блок. Ага, золотые эти монеты. Пилбок. Ладно, мы пока все это скидываем, там уж разберемся, оно мне надо или нет. Питер-РПГ. Кто тут что меня стреляет? Мы в таком, по-моему, бывали или нет? Вспомни, блин. А, это какие-то камни. Ой. Ломать не... Он брик. Во. Так. Первый я знаю, что вот это такое. Вот там какие-то твари ходят. Тут пусто. А вы кто такие?
Вы кто такие? Мы вас не звали. О, еще ящичек. А что пусто-то, Вивер. А чё опять меня тпшит, алло? Так, квест. Нам вот это найти надо было бы, ну да ладно. Я не знаю, мне этот надо, не надо пока что. Так, где-то я там что-то интересное видел, йод. Арена такая была. Вот тут может. Давайте туда. О, этот. Здрасте, давно не виделись. А, это опять это Итер Ирпиди. Ага. Вот такие постройки. Блумойди. Чего-то там. Угу. Я хочу для начала найти этого механического босса. Так, вот у нас это. Так, нам. О, там что-то такое. Круглая арена какая-то. Это не она, часом. Только вот где она? Не, о, вот это, наверное, да? А, так просто. Стоит ящик. Ну, берем, что раздают. Внизу тут я. Ух ты, сколько ящиков. О, тут вас тут. А я вот все возьму. Я домовитый. Я не жадный, я домовитый. Ух ты, сколько. Всякого. Ура. Или брать только то, что надо. А что мне надо, я даже не знаю. Вот он висит, не обижается. Ой. Ну, такой себе лут, честно скажу. Конечно, без полета тут мы бы полдня. Давай это вот все. В принципе, что уходит, то уходит. Это же. А, этот имеет им все, а этот не имеет. Ну давай, ну, в принципе, тут ничего интересного. А этот что тут? Может, какой-то супер газ был или что это? Так я не понял, что это. Место, конечно, интересное, но оно не оно нам надо. Тут что он. Так, что еще мы тут можем хорошего найти? Так, М. Не, не М, йод. Это. Так, мы тут. Вот тут что-то такое. Тут какие-то. Ладно, надо там было этот кинуть. Камушек. Это нам не надо. Это тоже. Вот это кинуть. Так, он им все имеет? Нет, он не имеет. Туда. Ага, здесь. Туда. Awakening Herbie. Это что такое? Что-то такое. А, это мы видели, типа грибы. Но он возле лавы должен где-то появиться. Ух ты. Да ладно. Так, собачкины. Лупец. Так и думал. Ну вот. Ну
Но ведь же знал, что взорвется. Как чувствовал. Ну ладно, нашли один, найдем еще другой. И этот раз будем знать. Ну, в принципе... Я так и предполагал. Блин. Я так постоял, посмотрел, думаю, блин, а не взорвется ли он нечаянно? Так, тут что такое? Нет, ничего. Блин, я в аду тут не особенно и бывал. Так. Туда. Туда куда-то. Но это здание такое над лавой должно быть. О. Красиво. А, и таких мы бывали. Да, вот тут. Фортресс. А, в таком я не бывал. Я где-то на другой сборке, наверное. Там что такое? Что это у вас тут такое? А ничего у вас тут такого нету. Так, мне интересует механизм. А, во. Во, вот это во. Вот тут до хрена всякое должно быть. Пятины. Пусто. Ради этого я сюда вышел. Иди нафиг. Ой. Ой. Да ладно. Ой, что там был посох какой-то. Не, лопата. Не, на другой сборке тут было поконкретнее лут. Ну, ясно, короче, этот лут не интересен. Так, мне куда? Мне туда куда? О, это что такое? О, ребята, здрасте. Вылетайте. А ты кто? Ух, маленький, тебя закрыли, не разрешает выйти. А мы тебя выпустим. Так, о, арена какая-то. А это опять газ, да, этот? Ух ты. Опять эта штука. Да, мы на такой уже были. Опять тут эти. Это мне не надо. Оно мне уже не надо. Я слишком много видел и много прожил в этой сборке, чтобы мне тут что-то...